Печем дома ЗАО «Калининская». Кулинарный конкурс под таким названием для жителей Твери организовало одно из ведущих предприятий Верхневолжья. Принять участие в кулинарном поединке мог любой желающий, а условия были максимально простыми. С использованием продукции ЗАО «Калининская» всей семьей приготовить вкусное угощение, запечатлеть этот процесс на камеру и выложить в интернет соответствующим хэштегом. Вкусно, пальчики оближешь. Так можно описать все те угощения, которые участники конкурса «Печем дома» ЗАО «Калининская» принесли на финальный этап. В заключительной стадии кулинарного поединка участвовало 11 семей, и каждая из них проявила чудеса кулинарной фантазии. Торты, печенье, муссы, пирожные, пончики и другие вкусности, приготовленные с использованием молочной продукции ЗАО «Калининская». Чего только не было в этот день на столе. Не ожидал на самом деле настолько разные изысканные вкусы мы сегодня видим на столе. Выбирать победителей из таких вкусностей, которые лучше из лучших, тяжело. Выбирать победителей выпало на долю самих участников конкурса. У родителей и их детей была возможность продегустировать каждое из представленных угощений и выбрать своего фаворита. За что дали свой голос? Мы тут разделились, у нас мнение. Понравился зеленый тортик и, ну, наш, конечно. Нам все очень понравилось. Мы сделали все тортик. Все очень вкусное. У меня есть несколько таких для себя лично победителей. Я пока не буду говорить. Вот, но я думаю, надо просто почаще такое устраивать и побольше народу приглашать. Когда все голоса были отданы, настало время подводить итоги. А пока жюри определяло победителя и призеров, мастер-класс по приготовлению пирожного «Картошка» для гостей провела руководитель домашней кондитерской «Сахара нет» Елена Закомолдина. В чем секрет самых вкусных пирожных «Картошка» от ЗАО «Калининская»? Конечно, его ингредиент – сметанка. Сметану, а также другую молочную продукцию от ЗАО «Калининская» использовала при приготовлении своего кулинарного шедевра и семья Шлыковых. Именно их торт со шпинатом был выбран лучшим. Очень много блюд приготовили, делали разные, то, что понравится. И вот ребенок – главный кулинар у меня был. Победитель и призеры конкурса получили сертификаты на приобретение техники для дома. Также все участники кулинарного поединка были награждены продукцией от ЗАО «Калининская». Молоко, сметана, творог, сливочное масло и другие вкусные, полезные и натуральные изделия, которые уже давно полюбились всем тверитянам.